Шипачев. Отскочила шайбу к Накладолу. И тут просто ее вперед направил. Там Чайковский. Тот сыграл на Хьетанина. Шипачев дальше. Яшкин неплохо. И к воротам выходит с неудобней. Забивает Дмитрий Яшкин. И вот теперь должны гол засчитывать, я так понимаю. Ничья 1-1. Ну, вообще, откровенно говоря, Яшкин, конечно, что-то невероятное творит. И вроде бы у него такой выход был. Ну, не сказать, что прям чистый 1-1. Там с угла, по идее. Там, ну, так особо-то у него... Я скажу, что вот если рассуждать относительно позиции Яшкина и Коновалова, я бы сказал, что Коновалов был в более предпочтительной позиции. Но все равно Яшкин бросил и забил. Молодец. 27-я шайба Дмитрия Яшкина в сезоне.